На конкурс дети читают стихи для магазина «Лабиринт». Деревня Селихово, Торжовский район, Тверская область. Орлова Марина, 16 лет. Рождественский. Баллада о зеничицах. Как разглядеть за днями летние чётки, хочу приблизить к сердцу этот лес. На батарее были сплошь девчонки, а старше было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к химкам, те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старее, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь!» И зал, и тут они заголосили, девчоночки, запричитали сласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное, рябое, был ветер, обжигающий горячий. Былинный плач висел над полем боя, он был страшней разрывов этот плач. Ему, протяжному, земля внимала, остановясь на смертном рубеже. «Ой, мамочка, ой, страшно мне, ой, мама!» И снова: «Батарея!» И уже пред ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, боль медленную кровью истекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова. Впервые защищая наяву и честь свою, буквально в смысле слов, и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинящие ветви, торжественность венчального стола, неслышанная: «Ты моя, навеки!» Несказанная: «Я тебя ждала!» И губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтобы закричать в родильном доме